Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, мы находимся на роли Game Online. Ребятки, давно мы с вами не снимали никакие прохождения, летсплеи и так далее. И сегодня будет, наверное, видео по рубрике геймплей и летсплей. И мы рассмотрим с вами новую игру под названием Surge или же Всплеск. Это экшен-RPG от третьего лица вид. В общем, такое футуристическое будущее, в котором все очень плохо. В общем, там корпорации заставляют людей, там, короче, принудительно роботизироваться. И, как всегда, как во всех историях про будущее, мир истощил все свои ресурсы. Все, в общем, очень-очень-очень плохо. И сейчас мы с вами посмотрим, что здесь за геймплей вообще. Давайте начнем новую игру. Как вы видите, я до этого в эту игру не играл, поэтому мои эмоции будут чисто откровенно новые для меня, и я надеюсь, вам понравится. Выбираем, в общем, первую ячейку, смотрим заставку. Давайте я постараюсь быстренько все читать. Но древние греки говорили: великим общество становится тогда, когда старики начинают сажать деревья, зная, что никогда не смогут отдохнуть, что-то там не успел. В своей беспечности мы порой забываем о том, но пришло время объединиться и принять вызов. Именно мы должны посеять эти семена, именно мы должны защитить восходы и помочь им вырасти. Крео – не просто очередная компания. С проектом решения мы прокладываем дорогу к будущему. Новая эпоха ждет нас, а точнее вас. Утопия для всего человечества. С каждым запуском ракеты мы исцеляем планету. Наша цель – вернуть зеленый мир, который мы помним. Мир, в котором наши дети снова смогут играть на солнце. Решение – оживить не только Землю, но и ее обитателей. Мы все мечтали об этом, и теперь Крео воплотит эти мечты в реальность. Вместе мы сильны. Вместе мы можем изменить мир. Вместе мы сможем использовать весь свой потенциал. Крео, присоединяйся сейчас. Присоединились. Focus Home Interactive представляет. Какой-то там Deck 13 Production. Смотрите, как бы типичная картинка будущего. Добро пожаловать. Я знаю, что вы рады оказаться здесь. Я лично очень рад всех вас видеть. Крео, вы знаете, кто мы такие, или, по крайней мере, думаете, что знаете. Мы всегда с вами вокруг вас, видите вы нас или нет. Что ж, думаю, самое время присмотреться получше. Так, мышь осмотреться. Угу. Осмотрелся, допустим. Хорошо. Мне понравилось. Надо нажать, походу, клавишу Е. Да. А, это я типа смотрю, как ракета взлетает. Классно. Я, в общем, не читаю этого Дон Хэкета. Кому интересно, ребят, прочитайте. В общем, ну я мышкой осмотрелся. Ребятки, графика, конечно, может быть, будет и получше, но я снимаю на средних вроде, или чуть выше средних, для того, чтобы вам было более комфортно смотреть, в том плане, чтобы не было никаких фризов, потому что, знаете, компьютер у меня старенький, поэтому, ребятки, ну извините. Так, инверсия мыши вращения с помощью C. Нет, инверсию я не люблю, не хочу, не буду. Но я нажал, попробовал, мне не понравилось ничего. Так, объявление. Последняя остановка. Станция Русса. Выход справа. А мы что, на каталке? Да. Причем, смотрите, я нажал клавишу D вправо, да, и он такой на месте газует. Ага, я понял. Управление идет мышкой. Очень неудобно, как по мне. То есть я нажимаю клавишу вперед, да, W, и направляю как бы своего монстра войны. Ага, обратите внимание, я не могу проехать через шланг. Я думаю, это они не продумали такую возможность. Смотрите, и на бортики не могу заехать. Это потому, что я инвалид, да? Это типа поэтому. Короче, надо проследовать зону регистрации.
Что я могу сказать по управлению, мое первое впечатление? Может, я просто не привык, и такие игры как бы не для меня, но мне очень не нравится то, что... Это, знаете, вот это блядство, извините за выражение, что... Я люблю так вот, я вот влево, влево камера. Ну, то есть, иначе, для дурачков таких простых. То есть, там, влево нажал, влево камера и повернулась. А тут, получается, жмакай на эти две кнопочки, потом еще и мышкой крути. Слишком круто, короче. Так, а что это? Типа охранники или кто? Что? Ага, вот Е поговорить. М, прошу прощения, тут новенький, куда мне идти? Новенький, да? Регистратура находится вон там. Конечно. Где вон там? Ты ничего не показал. Где вот там? Где? Мистер Зеленый Глаз. Ладно. Давайте искать. Ну, я думаю, явно не там, потому что там значки выхода над дверьми. Мы на это не поведемся. В общем, как я понял, корпорация Крео занимается возрождением Земли, отправляет какие-то ракеты, там помогают людям типа нас. Так. Выберите одну из двух доступных позиций, займите соответствующую очередь. Linux, Rhino. А я чё? А я не знаю. Давайте пойдем налево. И чё? Опа. Если вы любите жить в высоком темпе, Крео предлагает быстрый путь к успеху, карьеру полевого техника. Хорошо. Применить. Все, короче, я буду легким техником, ребят. Сейчас посмотрим. Интересно, я всю игру буду на коляске это ездить? Сейчас запущена программа установки экзокостюма. Смотрите, сейчас нам установят ноги, руки, и мы сможем, короче, быть крутыми опять. Программа завершена. Пациент находится под действием чего-то там. Начинаем операцию. Он не знал, что с ним так будет. Ой-ой-ой. Вы знаете, это неприятненько, мне кажется. Когда вот так вот... Ах ты, блин. Когда так вот вкалывают, точнее, вкручивают экзоскелет на живот. Господи, что ж это происходит, ребят? Жестко. Все, зато ты теперь, походу, можешь ходить, дружище. Обалдеть. А, теперь нейросвязь в голову. Обалдеть. Ай-яй-яй-яй. Фу, гадость какая. Кошмарная гадость. Всплеск. Я вам по-русски сразу почитаю. Ошибка. Что-то там, короче, у нас с транспортным юнитом, что-то там в прогрессе, какая-то ошибка с каким-то там этим. Ну, понятно, что... Ну, господи, графика прям деревянная, ребят. Надо было все-таки вам поставить ее на высокую или на очень высокую. Кошмар какой. Нас какой-то, блин, робот Валли тащит. Что-то я не могу понять. Да, давай, давай, валяем теперь. Да, ты можешь ходить, я понимаю, для тебя это шок, как и для меня. Как и для всех нас, если я тут это буду смотреть. Ага, я взял такой амортизатор, короче, и сейчас буду их убивать просто. Так, нажмите F, чтобы использовать имплант с оздоровительной инъекцией. Ага, механизированный противовес. Датчик приближения активирован. Ладно, короче, ага, ну, бегать это я понял. Это что, типа, ага, прыжок через пробел, ну, понятно. Я думаю, да, левой кнопкой будем долбить их. Миленько, запчасти какие-то. Что-то я подобрал или не подобрал. Shift. Ну да, Shift это ускорение, банально. Такс. Ух ты! Какой робот на меня напал. Ну, в общем, мне кажется, все-таки, наверное, нужно было бы поставить графику на максимум. Ну, ребят, уже, я думаю, для ознакомительных целей, как бы, пойдет и такая графика. Интересно, будет какое-то потом оружие или... Ну, я имею в виду оружие какое-нибудь получше. Так, зажмите Q для блокировки атак. Окей, так давай. Щенок, давай, щегол. Я блокирую твою атаку. Опа. Бэмс, бэмс. Прикольно, прикольно. Так, свалка ракет.
что тут? А тут вообще можно полазить там, где я хочу, а не туда, куда вы меня ведете? Это что? Это... Опа, смотрите. Оп, а мы тут сразу блок. Опа. Ух ты, нифига. Ребятки, он стреляет. Так, минус один. Господи, я не успел. Знаете, мне кажется, мне сюда не нужно было идти. Нужно было идти куда-то в другую сторону. Тонкости боя. Захватив цель, используйте колесо мыши вверх-вниз для наведения. А как цель-то захватывать? Вот. Нажмите среднюю кнопку мыши для захвата цели, левую кнопку для горизонтальных атак, правая для вертикальных. Окейшки. Так, значит, я тебя захватил. Поставил блок не вовремя. Реакция чемпиона, ребятки. И захватил. Теперь я... Че тут? Че, крутил мышку, но ни хрена, короче, нет. Не далось мне. Так, погибая, вы теряете все запчасти, которые были при вас. Вернувшись к месту своей гибели, вы можете снова их забрать. Каждая атака в любое другое действие расходует выносливость. Так что внимательно следите за индикатором выносливости. Индикаторы выносливости, я подозреваю, это зелененький. Так, запчасти. Ребятки, у нас осталось 2 минуты до того, пока мы их еще не потеряли. Опа, видели, какой комбо-момбо сделал? Прям так с подтишка. Так, хорошо, давайте, надо же найти наши запчасти-то. Куда я? Куда-то сюда шел. Вот, вот так вот это было. Нет, не сюда. Ну, вы знаете, это часть самолета или чего-то. Вот, вот тут, вот тут. Опа, бэмс. Прям вот этот, вальнул, так сказать. Так, свалка ракет, хорошо, где мы... Я что, опять сюда, что ли, вышел? Ёлки-палки, блин. Хрен поймешь. Я ускоряюсь, точнее, отдаляюсь от нашего этого. Это не то все. Что это такое? Добыча. Хорошо, я взял добычу. Получен новый медицинский сканер. Имплант. Нет, ребята, все фигня. У нас... Где мои запчасти? Запчасти потеряны. 36 метров, 37. Значит, я бегу не туда, соответственно. 30... О, вот, вот так вот. Вот так вот надо. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. 35 начал набирать. Вот так вот. Слушайте, они меня обманывают. Я все понял прекрасно. Я вас понял, защитники братьев меньших. Нажмите Space для... Че? Для уклонения? Ну, это понятно. Я и так уклоняюсь, как Рэмбо. Я хочу найти свои запчасти. Меня эта игра начинает очень злить. Где мои запчасти, которые я потерял? Сюда? Батюшки, это кто? Что это, блядь, было такое? Мне это не нравится. Вот, ну, опять я пришел сюда же, да, на свалку ракет. То есть, серьезно. Bonnet forget. Короче, если я понимал английский, я бы вам это все прочитал. Так, нажмите I, чтобы найти рюкзак. Открыть. Оружие. Восстановленный поршень. Модуль для головы. Мозги, типа такого, да, там, или что-то. Модуль для тела. Ничего нет. Так, импланты. Что у нас есть по имплантам? У нас сейчас стоит оздоровительная инъекция. Понятно, что мы можем поставить? Значит, датчик приближения. Активирует звуковой эффект, когда вы находитесь рядом с важными предметами или секретами. Медицинский сканер. Отображает индикатор здоровья врага. Вообще, считаю, ненужная хрень. Давайте лучше датчик движения поставим. Вот так вот. Хорошо, все, датчик движения я поставил. Журнал. Талон на выдачу снаряжения. Добро пожаловать в Крео. Воспользуйтесь личным талоном на любом верстаке, чтобы получить предписанный вам комплект рабочего снаряжения. Только для личного использования. Несанкционированная покупка или перепродажа талонов является нарушением устава компании. Господи, да мне все равно. Так, в общем, здесь, походу, можно всякие снаряжения, там, ноги, руки, борода, все это можно собирать. Все это можно хохотать и смеяться. В общем, все, я запчасти свои... Я смирился, ребят, что я их не найду, эти запчасти, и я даже не буду расстраиваться по этому поводу, потому что все. Так, медицинская станция. Используйте медицинскую станцию, чтобы повысить заряд энергоблока, изменить набор имплантов, а также восстановить здоровье и инъекции. Окей, давайте. Давайте восстановим. Меня там изрядно эти роботики потрепали. Похоже, ваш энергоблок неисправен. Для использования всех функций
вашего экзокостюма необходим энергоблок в рабочем состоянии. Приносим извинения за неудобство. Свяжитесь с производителем вашего экзокостюма и закажите новый энергоблок. Это, знаете, типа, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ладно, понятно, хорошо. Что тут дальше? Свет включился какой-то. Чем надо? Заиграла музычка. Меня слышно, алло? Радиопередача. Что мне как-то с ним? Побазарить надо? Да, я здесь, да? Да, подруга? А, вот. Взаимодействие через терминал. Твой экзокостюм поврежден. Сработал аварийный сигнал. Тебе нужно вернуться на завод. Экзокостюм поврежден. Как мне попасть? Подруга, на меня только что напали. Я не знаю, кто ты. Здесь вокруг одни трупы. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Прости, но я ничего не знаю. Тебе нужно войти внутрь. Возможно, там ты найдешь, чем себя защитить. В любом перцентре есть верстак. Как мне попасть на завод? Ладно, тогда пойду прогуляюсь до завода. Идти пешком я настоятельно не рекомендую. Но рядом должна быть станция магнитной дороги. Они сложены... А, хорошо, ладно, до свидания. До свидания, тетя, все. Будьте осторожны. Ой, все, короче, не надо меня учить. Мало того, что я запчасти свои проебал. Так, захватив цель, переместите колесо мыши вверх или вниз в нужном направлении для наведения на части тела противника. Хорошо. Так. Уже... Ты кто? Смотрите, какой, блядь, летающий краб. Так. Уже, значит... Ага, вот. Все, я понял, ребятки. Бэмс. Так, значит... Сейчас, подождите. Он уставший такой. Мы сейчас его захватили в цель. Теперь мы, короче, голова. Ага, 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 ага. А надо, чтоб... А, голову надо выбрать. Это ж обучение. Я понял. Короче, то, что зелененьким, это слабое место. Нам надо их крушить, короче, когда оно зелененькое. Видели, парень такой уставший. Сразу упал, сгорел. Че там оно пищит, блядь? Это что? Фух, ребят, я чуть это... Это, оказывается, секретная что-то хрень, когда мы что-то видим. Так, давайте, как нас учили. Захватываем его в цель. Давайте вот на левую руку мы сейчас нападем просто так. Бэм, бэм. Опа, блок. Ух ты, блядь, он нас сейчас замурдует тут. Я понял. Давайте выберем голову, пожалуй. И по голове ему натуцкаем. Бэмс. Че, еще живой? Зараза такая. Так. Что-то она опять пищит. Нет, отпустила. Че? Че, враги? Че она пищит? Че она хочет от меня? Так, короче, ребятки. Я знаю, что... А, вот. Вот она. Аудиозапись. Излишняя нагрузка без соответствия мощности только привлечет к тебе внимание охраны. Мы слишком далеко зашли и не можем сейчас попасться. Эти импланты стоят целое состояние. Это наш золотой билет отсюда, мужик. Не облажайся. Кто мужик? Кто вы? Кто этот мужик, что ли? Это непонятно какое подобие робота. Так, ребятки, мы сейчас, короче, вот так вот сразу его хватаем в таргет. И вот на правую руку мы налетаем просто. Пошел урон просто. Пошел урон. Бэмс. Бэмс. Ух ты, ребята, вот это у нас отделал. Это, наверное, знаете, нам про что рассказывалось? То, что наш энергоблок очень слабый, и мы не можем пока ему навалять. Ну, мне кажется, это потому, что я криворукий, а не потому, что у нас энергоблока нет. Я думаю, именно поэтому. Сейчас будьте осторожней. Да, сейчас я к тому козлу вернусь. Опа, смотрите, тут опять эти роботики. Опа. А тут мы этот блок поставили, вот так вот пошел сейчас. Дабл урон, ребята. Оп. Я не могу понять, почему они такие тут все жесткие, блядь. Получи. Получи, робот. Так, ладно, с этими козлами мы разобрались. Взаимодействие. В данный момент дверь открыть невозможно. Это потому, что нам, наверное, нужно что? Правильно, нам нужен энергоблок. А чтобы забрать энергоблок, нам нужно опять каждому из этих козлов навалять.
Я выбираю голову. Бэмс, бэмс, бэмс. Прицельтесь в незащищенную голову и, короче, отбейте. Это понятно. Так, следующего. Берем его в таргет. Незащищенная. Левая нога незащищенная у него. Это нападение. Это еще как они валят, а елки-палки. Так, впрыск. Ну смотрите, я же ставлю блок, блин, я ставлю блок. Да не вставай ты, лежать. Зараза ты такая. Все, это была последняя аптечка, ребятки. Это была последняя аптечка. Этот звук меня бесит. Так. Так, ребятишки. Во. Вот мой товар, который я потерял. Оп, потеряны запчасти. Хорошо. Так. Давайте на этот. Значит, у него тут что? Вот голова. Давайте голову ему накрошим. Голову ему. Подонку этому. Оп, оп. Назад. Будем его кайтить. Кайтить никогда не мешало. Опа, как мы его поймали. Видели, вы видели вот это? Из-под тишка, как крыса просто я напал. Получи. Все, пацаны, просто вот обязательно лайк вот за этот замес кровавый, как я его наказал. То есть, я думаю, вы все видели, все в восторге остались. Это что? Полученный энергоблок. Видите, я же говорю, что это был мини-босс, ребятки. Я же говорил. Ну, в общем, я думаю, все с этой игрой понятно. Кто хотел, посмотрел, кто не хотел, не посмотрел. Кто захотел, поставил лайк, а я думаю, вы захотели и обязательно это сделали. Ну, а кто нет, поставил дизлайк. И как бы там ни было, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте свой огромный большой палец вверх или палец вниз, опять же, повторюсь. И, ребят, я думаю, со следующей недели обязательно начнем стримить. Будем делать это по понедельникам, средам и пятницам. Это будут вечерние стримы, как обычно у нас были, где-то после 22-23 по Москве. И, возможно, мой товарищ Менгеле, он пару раз с нами присутствовал на стриме, будет стримить в будние дни, такие как вторник и четверг, скорее всего, днем. Поэтому, я думаю, мы постараемся охватить полный спектр, полное возможное, как бы, эфирное время. И также будем выпускать, помимо этого, видео по летсплеям и остальные рубрики. А с вами был Росси. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.